дамы и господа, мы вновь на джи-дропе и будем продолжать окупаться слоу-баланса. Ну, если честно, давайте говорить честно. Я просто набрал. У меня 24 тысячи, я с 10 тысяч рублей поднял 24 за 3 ролика. Я считаю, что это большое достояние. Очень крутое на джи-дропе, потому что, ну, как бы, сайт окупает. Это факт. Но иногда сливает, тоже факт. Поэтому тут еще новое обновление, вышло рыбацкие кейсы, поэтому давайте все это открывать, все это проверять. Но перед началом попрошу тебя вот о чем. Поставь, пожалуйста, прямо сейчас царский лайкосик. Твой лайк очень важен, просто спасибо тебе огромное. Ну, в общем, поставь, мне будет приятно. Не забывай, что если ты окажешься на джи-дропе, есть сумасшедший, самый лучший, ну, сказать, что он самый лучший, это факт, просто знайте. Пред-ДТРКС. В описании, если что, он продублируется, ты увидишь его на экране. Короче, пацаны, сумасшедший промокод, который дает плюс 11% на абсолютно любую сумму. Всегда, при любых раскладах, ты будешь получать плюс 11%, независимо от того, сколько и как ты закидываешь. Смотри, любые способы пополнения. Тут понятно. Самый большой промокод, а самое главное, он честный. То есть, ну, ты знаешь, есть сайты, там дают плюс 100%, ну, очевидно, скам. Здесь 11%, зато супер классно. И при этом, при всем, заходи в барабан бонусов. Если здесь барабан бонусов не активен, вводи код и крути бесплатно барабан. Совершенно бесплатно получишь на халяву еще какой-нибудь классный, ну, наверное, бонус на пополнение. Кейс за пополнение. Какую-нибудь прикольную штуку. Вот сейчас какой-то ширп, не знаю, что это, но что это? Дроп за пополнение. Еще и бесплатный скинчик за пополнение. В общем, ты все знаешь, тебе удачи, а мы начинаем. И начинаем мы с рыбацких кейсов. Давайте охота за золотым карпом. Честно, проверял 2 дня назад эти кейсы. Первые 2 не окупили. Вторые 2 окупили. Последний вроде бы окупил золотой карп, но не уверен. И мегалодон нас слил. Хочу заняться охотой за карпом. 6495. Обалдеть. Вот это цены. И все в этом кейсе прекрасно. И даже цветовая политика, палитра здесь сделана золотом. Ну и сами кейсы, пацаны, это просто очень круто. То есть, был у нас такой вывод. Кейсы эти окупают, открывать их стоит. Но... О! Не понял. Подождите, ребят, прошу зафиксировать этот момент. Прошу зафиксировать этот момент. 11 112 рублей. 29 тысяч. Подожди, нас почти в 2 раза окупил кейс? Непоняточка. Вроде поняточка. Мегалодон. 10 тысяч рублей за 5 открытий. Каково вам такое? В прошлом ролике так не окупало. Вообще не окупало. Мы с прошлого ролика еле-еле душа в теле выгребли, знаете сколько? А я вам скажу. Еле подняли 5 или 4 тысячи рублей. И то мы сливали. Сейчас же все как будто по-другому. Но опять же, давайте не будем заговаривать. 6. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Господа, если бы не вторая, не третья позиция, пахло бы нереальным окупом. 17 тысяч рублей. Подождите. То есть вы хотите сказать, что мы сейчас за 2 открытия подняли 20к? Никогда! За последние 2 месяца, по крайней мере, такого я не наблюдал. Давайте сделаем следующее. Опустимся в самый низ. Хотя нет, давай сделаем проще. 2000 рублей от 2000 рублей кейс меня устроит. И поехали открывать все. 36 тысяч. Ни хрена себе, господа, мы подняли целое состояние. То есть, по сути, можно уже выводить... С магического падает 600. Ребятки, 40 тысяч рублей. Походу, да. Походу, ребят, это именно то, что нужно. Взрывной? Ну, я не уверен, что нужно его открывать, потому что последний раз, когда я его открывал, пацаны, это был лютый слив. И неохота заливать пятнашечку, зная, что ты проиграешь. Вот 3 тысячи готов заслать. При том, что, блин, я даже, если честно, забыл, сколько у меня было на балансе. Дикое пламя можете купить. Факты. 4 тысячи, хорошо, отлично. Так, подожди, ну а если я купила? Почему бы не попробовать открыть на 2 раза? Такое ощущение, что, да, 11 тысяч. Куда летит этот сайт? Сегодня что, мне официально включили подкрутку на джи-дропе или что? До этого вообще не окупался. Сидел там плюс 1000, плюс 2000, ой-ой-ой. Подожди. Так это мы можем, получается, платиновый нож даже открыть? 38 тысяч? Да не, фигня. Ну, да, откроем. Да, получим удовольствие. Но мне кажется, лучшее удовольствие получить, когда ты открываешь закаленное в боях. На 4 раза. Прошу заметить. При том, при всем, пацаны, эти кейсы супер дорогие. И здесь могут выпасть спины. Спины самое главное. Не забывайте, что когда мы открываем спины, мы богатеем. Мы становимся богаче. Первое, плохо. Ужасно. Еще, ну, so easy, so easy. 32 тысячи. Знаешь, такое ощущение, что меня заскамили. Пробовать поношенное открывать, да чё-то не знаю. Тут просто минус. Просто минус, и я не знаю. Ну, пойдем поношенное откроем. В любом случае, ребятки, сегодня бешеный плюс, и это нужно зафиксировать. Мы начали, было 23 тысячи. Даже сейчас 39. Даже если сейчас выпадет 5 тысяч, мы все равно будем в плюсе, поэтому нам стоит это открывать. По-моему, я слил. 60 сколько? 63 тысячи? Джи-дроп.
Спасибо за содействие. Ни разу не сомневался в ваших кейсах. 82 тысячи. Меня просто окупают. Так, господа, ну пошли тогда после полевых откроем. Мужички, сегодня явно мой день. Хотя нет, подожди. Знаешь, что придумал? Черно-белый 5 раз. 50 тысяч. Никогда такого не было. Давайте попробуем. Просто с этого кейса может упасть. Ого-го, какие скины, пацаны. Я не буду загадывать, но 3 тысячи. 10. Ну, такое ощущение, что меня заскамили. Факты. 28 тысяч. А я открыл, по-моему, на 50. Да уж. Минус деньги. Минус мораль. Так, а что если зеленый? 44 тысячи. Абсолютно такая же ситуация. В любом случае, сегодня выводить. То есть сейчас я буду выводить. Я не оставлю так этот баланс. Типа, это сильно много. Нам нужно вывести. И мы заново пойдем с десяточки. Ой, 32. А мы открыли 44. Ну ладно, ребятки, давайте честно. Сегодня мой порог уже выполнен. 48 тысяч. Поэтому открывать или нет, решайте сами. Но я лишь скажу, что давайте так. Я открываю бесплаточки. Про них тоже не забывайте, потому что это очень крутой и качественный бонус. Просто открывайте. Я все это продаю, а ты, пожалуйста, поставь лайкосик. 55 тысяч. Будем смотреть, может быть, снимем еще один ролик. А может быть, выведем. Но в любом случае, самый лучший промокод PRDTRKS плюс 11%. Я пополняю через него, и ты пополняй, будешь окупаться. Удачи, до завтра.